путеводы охраняют, сэр. Идем тихо. Впереди враг, сэр. Шхуна. Королевский флот. Он один, сэр. Команда к бою. Горбатый кит!
he's besotted. Really mad. Lost his rights. Well, now, what was in that tea? Men, I've a mind to be sending you both on your merry ways. Well, that might do the trick. And at the moonshine. Сколько прошло с нашей последней встречи, сеньор принц? Год? Почти полтора. Впервые вы описали мне Робертса в ноябре 1715 года. Много воды утекло. Я покинул пост, и никто не зовет меня губернатором. А, я не знал об этом. Есть немного церквей. Англичане, наконец, решили обращать своих рабов в христианство. А! Обращать? Боже упаси, Торрес! Таких глупцов здесь нет! Глупцов? Почему? Брать в рабство брата по вере грех, так ведь? А стало быть, возвысить душу животного до души человеческой все равно, что пригласить скотину за свой стол. Прошу меня извинить, но далеко ли еще? Почти пришли. Ваш подход мне неприятен, принц. Все, кто думает и чувствует, заслуживают уважения. Эх, вы, испанцы, соседство с маврами разжижило вам кровь и смягчило сердца. Не подумайте только, будто я верю в природное равенство всех людей. Править должно тем, кому Бог дал талант и ум. Но рабство неразумно, оно не принесет хорошего дохода.
Конечно, оно приносит доход здесь и сейчас. Но позже мы станем жертвами своего же успеха. Однако мы с вами уже не молоды и вряд ли доживем. Чему тревожим? Is he a tumbler? Ради спасения души. Душа! Торрес, к чему нам тратить весь день на беседы о рабах и жалкой судьбе? Давайте завершим сделку и отпразднуем как друзья. Ради спасения души. Душа! Торрес, к чему нам тратить весь день на беседы о рабах и жалкой судьбе? Давайте завершим сделку и отпразднуем как друзья. Я многое слышал о вас, сеньор. Вы ведь были губернатором Флориды. Я тоже подумывал податься в политику. У меня слишком много денег, да и молод я для этого. А я слышал, принц, будто вы были с Генри Морганом в день, когда он грабил Панаму. В 71-м, кажется. Было дело, но не стоит переоценивать размеры добычи в том сражении. Стычка была случайной и потребовала колоссальных затрат. Вскоре я принял решение вложить меч в ножны и заняться куда более безопасным и выгодным делом. Я стал торговцем. Вот он путь к богатству. Я предпочитаю покупать славу, сеньор, а не добывать ее с помощью оружия. Сказали, что пришли один, Торрес. Не один, но точно без товарища. Я взял билет на английский торговый бриг. Ты не дал мне убить, Кенуэй! Ради высшей цели!
Спасибо. Я за принцем. Кит, нет! Джим, стой! Ну нет, Кенуэй. Ну же, друг, мы можем действовать вместе. У тебя был шанс. Не надо, Кит! Постой! Джим, стой! Before all...